Привет, друзья! Сегодня у нас плановая пристрелка в тире трех винтовок. Сейчас я немножко расскажу про каждую из них. Самые популярные винтовки на сегодня — это Леший 2. Вот мы можем сравнить их, соответственно, габариты. Справа 250-й ствол 6.35, слева 350-й. То есть вот такой. А многие спрашивают, складывается ли он с композитной колбой. Все прекрасно складывается и фиксируется. Также и на 250-м стволе. То есть ничего нигде не задевает и не мешает. На Лешем с коротким стволом установлен Маркул Сталкер 1.6х24, один из самых подходящих прицелов для Леший 2. На 350-м Лешем у нас тоже одна из самых популярных моделей — это Маркул ЕВВ 3.12х44 с подсветкой и с FFP-сеткой, то есть в первой фокальной плоскости. Здесь у нас на Егере. Егерь у нас, соответственно, карабин классический, одна из самых первых моделей Рока, точнее первая. На колбе 550-й ствол Альфа установлен прицел Маркул Сталкер 5x30x56 на 30-х кольцах с сеткой MAR-120. Ну, это уже классика, это одни из самых ходовых прицелов, то есть такой достаточно качественный, не очень дорогой прицел. Все винтовки были пристрелены на 50 метров. Заправка производилась двумя компрессорами. Сегодня пробовали новинку. Соответственно, новый наш компрессор — это New Warrior Luxury Mini, но который работает полностью автономно от вот таких двух аккумуляторных батарей литий-ионных. Зарядка в комплекте. Взяли с собой в поле. На несколько зарядок вам его хватит. То есть ни автомобиль, ни сеть 220 не нужны. Вот их можно посмотреть в сравнении с компрессором, который первый вышел, работает и от сети, и от автомобиля. То есть у этого меньше корпус. По весу они, ну, плюс-минус, наверное, одинаковые. То есть этот весит 8,2. Здесь 8,3. Ну, один в один. То есть на 100 грамм этот тяжелее. Вот, из-за батареи достаточно тяжелый, а сам компрессор более компактный. Также здесь, соответственно, кулер охлаждения, и здесь тоже для дыхания решетка его. Сейчас немножко выстрелим, послушаем звук, как винтовки работают. Короткий леший — нечастый гость, совсем нечастый. Вот, но он работает на чуть меньших скоростях, нежели... Ошибся, взял 350. А теперь 250-й. Все винтовки Леший в любых калибрах, егере, прицелы, настройка, пристрелка в Охотника.нет.